Как правило, в комплекте с осенними холодами и сыростью идет и общее ослабление иммунитета у людей. Все чаще заболевают гриппом и пневмококковой инфекцией. Возникают все новые штаммы, однако вирусологи успешно берут их под свой контроль с помощью вакцин. Медицинские работники униклиники Казанского федерального университета отправились на помощь казанцам. Теперь у станции метро города будут работать мобильные пункты вакцинации. Вакцинируем препаратами против гриппа. Это Совигрипп, а от пневмокока это Привинар. А прививочная кампания началась 28 августа. И в целях распространения вакцинации против гриппа мы выехали на станции города. Вакцинироваться, а значит защитить себя от болезни, сможет даже самый занятой человек. Ведь для этого нужен лишь паспорт и буквально 5 минут времени. Перед основным действием желающему необходимо заполнить бланк согласия. После медработник проверит температуру, пульс и давление. Остается дело за малым – проводить к мобильному пункту, где человеку сделают безболезненный укол, который спустя 3 недели даст усиленный иммунитет. Основное преимущество такого пункта – возможность за кратчайшее время сделать прививку и продолжить рабочий или учебный процесс, не думая о потере драгоценного для современного человека времени. Мы получаем каждый день просто восторг от населения, потому что каждый день есть люди, и это не один-два, это десятки людей, которые благодарят нас, то, что мы выехали, то, что мы здесь стоим до 7 вечера. Наши врачи работают в 2 смены, и, конечно же, это удобно. Это здесь с метро выходит каждый человек, приносит с собой документ и может спокойно пройти вакцинацию. Я давно хотела, просто мне было сложно в поликлинику сходить, и я решила взглянуть. Очень удобно, пока иду на работу, можно вакцинироваться по пути, немного времени занимает, и можно не тратить время, чтобы идти в поликлинику, стоять в очередях. Медицина создает все возможные условия для того, чтобы современный человек не знал о последствиях когда-то смертельных, а сейчас обычных сезонных заболеваний. Все благодаря массовой вакцинации ответственных людей, которых волнует вопрос защиты здоровья себя и своих близких. Пройти процедуру вакцинации от гриппа вы сможете в любой день. Мобильные пункты находятся рядом с каждой казанской станцией метро, кроме станции Аметьево. График работы с 8 утра до 7 вечера. Подробнее по телефону 233 3200. Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюз.